Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео закупка продуктов из магазина Лента. Ездили мы туда вдвоем с мужем, и чек будет в конце видео. Так, вот такая закупка у меня получилась. Давайте начнем с мяса. Вот здесь, значит, купила, была со скидкой не 331, а дешевле. Свинина корейка. Взяла вот такой большой кусок. И я в основном, знаете, что из нее делаю? Разрезаю пополам, половинку запекаю там с чесночком и, ну, просто в духовке куском в целом, да. Так я разрезаю на кусочки, отбиваю и в панировочных сухарях, то есть яичко, панировочные сухари обжариваю. Очень вкусно получается со специями какими-то, поэтому взяла корейку. Так, здесь у меня говядина, шея. Получается по 458, на самом деле 350, по-моему, была цена, но в чеке увидите, 1,5 килограмма, это такой неплохой кусочек. И взяла свинину, свинины взяла много, аж 3,5 килограмма практически. Я буду делать фарш, кто меня давно смотрит, знает, у меня теперь есть, как его, мясорубка, насадка для мясорубки, да, для моего комбайна. Поэтому я теперь делаю фарш вместе с говядиной, наверное. В общем, посмотрю. Так, из мяса дальше взяла голень с кожей. Тоже, наверное, просто пожарю. И здесь взяли, в общем, всякое такое заморозки. Наггетсы и вот такие пельмешки сибирские. Потом вот такие манты какие-то каспийские. Вот такой формы. Очень интересно. Решили попробовать. И вот такие хинкали. 4 сыра. Муж говорит, прямо надо брать такие. Вот, так что... взяли на пробу. Дальше здесь у меня немножко, значит, молочки, сок, во-первых, яблоко, ягоды и вот такие молочные коктейли, шоколадные и вот этот мажитель, арбуз, дыня. Это у меня очень все домашние любят. А я себе взяла вот такой йогурт Слобода. Во-первых, на него была акция, то, что 0%, я не знаю, я как бы не особо в это верю, ну ладно. Такой с малиной. Мне показалось, что должно быть очень вкусно. Тем более, я люблю йогурты от Слобода. Мне кажется, они очень вкусные. Также у меня здесь муж это себе взял. Ему очень нравится вот это Эпика. Здесь отдельно орешки смешивать с йогуртом. Ему очень нравится. Вот такие. И это деткам взяла Даниссимо. Вот такие разные тут. С разными вкусами. Так, и из молочки еще творог, вот такой лентовский, я беру его на выпечку использую, либо на какие-нибудь творожные печенья, булочки и так далее, получается достаточно вкусное, и он не такой дорогой, скажем так. Также здесь у меня сыр, вот такой голландский, и здесь у меня какой Карлов двор Маздам, вот такой вот. Так, сосиски. Ну, у меня 2 упаковки сосисок. Я, наверное, пиццу буду делать. Поэтому взяла. Взяла еще вот такую колбаску. Тоже, может быть, или салатик какой-нибудь, или пиццу сделаю. По 269 рублей. Кусочек тоже не акция была. И вот такую вот еще взяли. Это муж взял юбилейную. Тоже должна быть вкусная. Так, дальше кофе. Кофе было со скидкой вот такое. Решила попробовать. Мне кажется, я раньше такое не брала. Ну, вот, по крайней мере, первый раз такое вижу. Прям так аппетитно выглядит. Должно быть очень вкусно. Вот, вообще беру в основном кофе, который вот по акции. Там по 800 где-то рублей оно стоило. 800 чем-то, по-моему. Поэтому его и взяла. Также здесь у меня горошек 2 баночки. Тоже на салатик. Какое-нибудь масло Слобода. Вот такую большую тоже по акции была. И 2 килограмма муки предпортовой. Так, дальше здесь макаронные изделия, тоже они были по акции, вот такие спагетти и вот такие вот спиралькой взяли. Дальше давайте хлеб, булка. Ну, как обычно, вот эта лентовская выпечка очень нравится, поэтому хлеб тостовый Лента, батон нарезной Лента и хлеб ржаной тоже лентовский. Ну и, конечно же, вот это моя любимая лепешка. Мне безумно нравится вот эта лепешка. Я не знаю, я обалдею от нее. Также вот такую соломку соленую взяли. Вот такое печенье. Оно, по-моему, тоже было по акции. Ну вот, поэтому взяла вот такое печенье. Должно быть, наверное, очень-очень вкусно. Вот. Еще чай. Вот такой муж взял у меня, не знаю. Говорит, надо попробовать вот такой. Вот такой, мне кажется, я не пробовала еще. Какой-то английский.
английский чаек вот такой. И здесь у меня куча разных конфеток, девочки. Обалдеть. Во-первых, деткам взяла такие чупа-чупсики на 48 рублей. Вот такие мини разные тут всякие. Вот такие конфетки это у меня муж взял. Какие-то с карамелью и арахисом. Вот такие вот должны быть, наверное, тоже вкусные. Я себе взяла вот такие конфеты. Девочки, трюфеля. Победа вкуса вот такие. Они, по-моему, были тоже со скидкой. Я, если честно, уже, честно говоря, уже не помню. Вот такие. Но вот это вот вообще должно быть. И вот эти победа, они, у них тоже вкусные очень конфетки. Конечно же, свои любимые батончики, которые были со скидкой тоже. Не помню точно, сколько они стоили. В общем, целый-целый прям пакет взяла. И решила еще попробовать вот такие конфетки. Какой-то шоколадно-ореховой начинкой на 50 рублей. Но я взяла здесь совсем чуть-чуть. Видите, они такие прям тоненькие, типа батончиков, я так понимаю, будут. Также у меня здесь вот эти вот взяла. Я же говорила, что у меня мужчины любят на перекус вот такие брать. Им больше всего нравится с белым шоколадом и с бананом. Поэтому набрала. Они тоже бывают по акции, по-моему, по 29 рублей. Так-то они, да, дороговаты, но по акции можно. И здесь я взяла еще разрыхлитель теста. Взяла сразу много, чтобы он у меня уже был. Вот. Вот этот лентовский, кстати, неплохой разрыхлитель. Хорошо работает. Так, дальше здесь сухофрукты всякие, орешки, вот такой жареный арахис, фисташки жареные и еще какая-то вот такая жареная все равно кукуруза. Муж взял, любит. А я взяла финики, вот такие обычные. Там были только такие почему-то и, знаете, такие большие-большие я тоже люблю. Но решила взять вот такие обычные и изюм. Обожаю вот этот светлый изюм, вот такой большой, который... Он мне очень нравится. Вот, очень вкусный. И темный, и светлый. Вот этот вот прям очень такой вкусный. И здесь у меня еще фрукты. Бананы взяли вот такую прям. Там что-то столько много было, знаете, навалено бананов всяких. Вот. Поэтому мы решили взять по 52 рубля. Здесь у меня получается почти 2 килограмма. Но у меня мужчины любят бананы. А я взяла вот такой виноград, девочки. Вот этот вот тайфи. Очень он вкусный. Я в прошлый раз его покупала. Он прям такой сладкий-сладкий. Вообще нереально вкусный. Хотя попадается, то есть и с косточками попадается. Попадается без косточек вот эти сами. Но он нереально вкусный. Вот этот тайфи. Увидите, обязательно возьмите. Он прямо сладкий-сладкий такой виноград. Также взяла хурму инжирную. Очень вкусная вот эта хурма инжирная. Она, видите, такая... Не просто такая плоская, а еще вот такая, как бы, с такими, как это правильно сказать, рифленая такая, да, по бокам. Вот, тоже очень вкусная, по 79 рублей она была. Также яблоки Айдаред, вот такие, по 79 рублей, тоже прям такие огромные. И тоже в прошлый раз брали, очень вкусные, сладкие, не кислые, такие ароматные. И решили взять еще ананас. По 169 рублей на 368 рублей. Но вроде неплохой такой. Я его обычно оставляю где-нибудь, ну, на кухне, да, и он мне потом доходит. И получается очень вкусный. Ну, прям ароматный ананас. Прям пахнет. Вот, дальше здесь у меня огурцы. Вот такие по 40 рублей. Среднеплодные, гладкие, на кило 200. И помидоры. Помидоры на 100, по 148 рублей, тоже где-то почти 1,5 килограмма. И еще вот эти вот салфетки лентовские, антибактериальные взяла, потому что на антибактериальные была скидка, а на обычные... Вот у меня, кстати, здесь лежат на столе. Я обычно беру вот такие универсальные для дома, но на универсальных не было скидка. Они очень классные, не высыхают, ничего с ними не случается. Вот я сейчас докупила вот такие антибактериальные две упаковки. Может, машину тоже брошу. Но вот эти очень нравятся, лентовские салфетки. Так что вот такая вот у нас получилась закупка. Еще была кола где-то, вот она уже ушла. И какие-то конфетки еще были. Вот. Так что сейчас покажу вам чек.